Сейчас мы находимся в Нячанге, северной ее части, и пытаемся найти, где этот парк камней. Он начинается. Вот это, судя по всему, начинается. И столкнулись мы сейчас вот с такой необычной вещью. То есть стоит камень. Глыба здоровенная. Здоровенная глыба. Внутри него, ну, когда-то росло дерево. А внутри дерева? А внутри дерева, еще и гриб растет. Настоящий гриб. В общем, вот так вот он выглядит. Не, есть не будем. Хотя, может, это кордицепс? Так, сейчас посмотрим, чего тут за пейзажики. Вот здесь люди сидят, отдыхают. Просто отдыхают. Красивые камни, красивые пейзажи. Сейчас мы будем направляться дальше. Вперед. Итак, дамы и господа, представляем вашему вниманию парк камней Нячанге. Можно, я бы не назвал бы это место достопримечательностью какой-то особенной, но оно почему-то пользуется, это место, спросом. Поднялся вверх и наблюдаю картину. Достаточно много автобусов туристических привозят. Китайцев миллион здесь приезжают, камни какие-то покупают. В общем, стоит палаточка, ну не палаточка, а киоск, что ли, ларечек, в котором продают билеты. Билет стоит 22 тысячи донгов, то есть, ну, наши 22 гривны. Это сейчас, но 22 тысячи донгов. $1 это 20, грубо 22, и есть, собственно говоря, $1. Стоят... Ну, не полицейские, охрана стоит. Стоит охрана такая. Заходи, 22 тысячи, пожалуйста, давай. Ну, мы не стали этого делать. В общем, мы нищие. 22 гривны платить за камни не хочется. Это у нас только Кличко с камнями разговаривает. Это нам не интересно. Да, с камнями мы не разговариваем на «ты». Поэтому камни нам менее интересны. Вот. Внутри там кафешки, есть развлекательная часть, там играет музыка. Там есть живые выступления внутри. Опять же, ну в основном что? В основном кафешки. Упор на кафе. Упор на бизнес. Как бы рекомендовать не стал бы. Ну, кому интересно, милости просим. В принципе, довольно неплохое место. Стоит там копейки. Пожалуйста. Мы залезли наверх. Ну, тут как... Видимо, когда-то была кафешка. Да и когда-то она все есть. Просто ну, еще не успели, наверное, или расставить. Или не успели расставить, или, ну, не знаю я, может, да и есть. Да есть кафешка, она все была устроена. Значит, очень много, сейчас мы подойдем посмотрим, очень много разных деревьев. Но из того, что мы знаем, это только фикус. Это то дерево, которое мы знаем. Все остальное, в общем, что-то непонятное. Вот что-то типа нашей акации. Да, ой, какая прелесть. Да, вот тут такие вот. Я посажу потом обратно. А то она зацепится. Она покакала, да. По-моему. Да, что-то тут улиточки вот такие. Покакала, да, наша? Ну да, наверное. Зацепится. Улиточки, ну, значит, продолжим. Что-то похожее на нашу акацию, ну, не знаем. Вы простите нас, но мы не знаем всех названий деревьев. Вот это что-то похожее на нашу пихту, елку. Очень-очень все зелено, очень все красиво. Вот такой пейзаж вот отсюда открывается. Северной части. Вот получается. Отсюда, вот так вот. Вот, вот так вот, вот, да. Вот так. Вот так вот. Вот так. Вот, вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Прикольно. А такие ролики надо снимать. А тут это вечно рассказывают постоянно. Да ладно, вот рассказывают. Что это? Оказывается, фикусы тоже желтеют. Надо просто, говорю, народ любит смотреть такие ролики. Вот, вот, вот. Вот так вот. Вот так вот растет какое-то дерево. Вот. Давайте посмотрим, да, как вот, вот так вот. Вот так и надо вот рассказывать. Симпатичное деревцо, конечно. Да. Спросите, что это? Да, мы ответим, умничать не станем. Да, это дерево. Похоже на дерево. Вот, вот так вот растут вот. Еще вот так вот деревья, да. Еще вот. Вот. Похоже вообще, ну, очень интересно сделано. И все в горшках, кстати, вот. Вот так вот. Вот. Вот пальма там растет. Ну посмотри, глянь, насыпали земли. Фикус. Стоит на, ну, на сваях, да, стоит? Да. Как так на реально, столе. Даже грибы растут. И растет эта гадость, блин. Даже грибы вот растут. Получается, нет, ну земли здесь совсем земли немного. Земли нету. Крошка, то есть буквально крошки. Очень, ну, дерево, ну реально, глянь.
посмотри, сколько так, дерева. Обрати внимание, тут толщина, тут даже земля в примешку с песком. Вы скажете, может оно там внизу, ничего подобного, внизу корней нет. Вот, вот это все, что... Вот эта гадость растет, это, вот, вот так растет, буквально тут несколько сантиметров, блин, земли. Так, ну, пошли так, дальше. Так. И все вот эта гадость тут растет. Пошли дальше. Так, что тут, тут в горшках растет? Ну, тут часть в горшках, часть не в горшках, вот. Часть уже тут подстригли. Пальмы, пальмы. Ах да, но опять дожди, дожди не прекращаются. Вот дерево тоже растет. Вот оно большое уже дерево, растет вот в довольно-таки небольшом горшке. Вот дерево. Опять дерево, снова вот дерево. Дерево. Вот опять дерево. А вот что-то вообще... Укутали дерево. Укутали дерево. Я поняла, это, наверное... как типа ботанический сад, когда можно там продавать. Ну, потому что, смотри, вот все вот эти вот цветочки, вот они, они же как в горшках вот. Стоят. Вот так вот. Цветочки в горшках. Цветочки. Вот а тут взяли, вообще кокосами прикрыли. Шелухой от кокоса, наверное, удобрение какое-то. Да не, просто мерзнет на зиму, наверное. А. Зима ж скоро. Наверное, прикрыли, снег выпадет. Да. Ну, в общем, приезжайте. То есть парк камней, очередь стоит, народ приезжает. Так автобусом сюда гонят. Наверху вот такой вот симпатичный, вот как так. Зона отдыха.